26 февраля на ипподроме Верхнеуральска состоялись 27-е конно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Участников и гостей приветствовали заместитель главы Верхнеуральского района по социальным вопросам Сергей Машкин, исполняющий обязанности управляющего директора акционерного общества «Южуралзолото» Валерий Степовой и капитан команды конников Верхнеуральского района, депутат районного собрания от Форштадтского сельского поселения Ибрагим Ахмедгалеев. Проводим сегодня 27-е конно-спортивные соревнования. Более 20 лет уже в Верхнеуральском районе по традиции, по нашей, проводятся эти соревнования. Хотелось бы поздравить всех с праздником, участникам соревнований, пожелать побед, ну а гостям нашим и всем присутствующим весело провести время. Спасибо. Уважаемые верхнеуральцы, участники и гости соревнований, от лица президента компании «Южуралзолото» и действующего депутата вашего района законодательного собрания Константина Ивановича Струкова, от себя лично поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Зрелищные состязания проводятся на Верхнеуральском ипподроме уже 27-й раз и неизменно пользуются широкой популярностью как среди профессионалов, так и любителей верховой езды. Уважаемые гости, решите от имени конников, от руководителей спортпредприятий поздравить вас с праздником конного спорта Челябинской области. Мы ежегодно проводим в феврале межрайонные областные конно-спортивные соревнования. В этом году они будут 27-е. Работали площадки для детей и спортсменов, торговые ряды с выпечкой и вкусным шашлыком, юрта казахского центра «Акжаик», точка с бесплатной кашей от комплексного центра социального обслуживания населения. Порадовали своими выступлениями артисты Верхнеуральского района. Сегодня в 27-й раз проводятся ежегодные скачки на территории Верхнеуральского района. Это событие знаменательное, ежегодное событие. Это приезжают посмотреть и наши работники, жители Верхнеуральска, соседних регионов. На протяжении всего этого времени компания ЮВК поддерживает все эти мероприятия, проводимые здесь. Наши работники не только здесь присутствуют, но и активно участвуют в проведении этих мероприятий. Это очень нужно. Здесь мы смотрим не только на то, что развивается конный спорт, племенное разведение. Это дает развитие территориям Верхнеуральского района. Это социальная жизнь жителей Верхнеуральского района и близлежащих регионов. Мы сегодня, как всегда, ежегодно пришли на 27-е конно-спортивные соревнования. Нам это всегда очень нравится. Сегодня мы очень много встретили гостей. Посмотрели, сколько здесь мероприятий и для детей, и для взрослых. В общем-то, всегда очень весело, позитивно, всем все нравится. Мы тоже решили представить свои национальные казахские блюда, угостить их всех желающих. По-моему, вот сегодня мальчики говорят, мы 15-й самовар кипятим, но это, по-моему, это еще не все. Поэтому, ну, наверное, надо сказать спасибо организаторам этого праздника, потому что всегда это проходит многолюдно, интересно, весело. И, в общем-то, всем спасибо, всем позитива, всем хорошего отдыха. 27-е конно-спортивные мероприятия я уже каждый год посещаю. Это мероприятие достойно высшего класса, потому что район разворачивает эти все действа настолько, насколько человек может здесь и отдохнуть, и увидеть все зрелища спортивного мероприятия. Кони, вот на самом деле конно-спортивные мероприятия. Первые, кто скачет, это у нас получается пони, но это вообще класс, потому что это дети, это во-первых. Во-вторых, само зрелище доставляет массу удовольствия. В-третьих, это художественная самодеятельность, которая, как бы, да, неважно, вопреки всем погодным условиям, она доставляет массу классных вообще эмоций.
Ну, в-третьих, это торговые лавки, где можно найти на все вкусы явства, да. Ну и спортивные мероприятия, где также можно показать свою силу, ловкость, уверенность, как бы, ну, все это каждый год, и все это классно. Молодцы. В 12.00 по традиции был дан старт конно-спортивным соревнованиям. В заездах принимали участие конники из разных районов Челябинской области и Республики Башкортостан. Гости праздника имели возможность увидеть зрелищные виды скачек. Заезды на рысаках, на тройках, скачки на пони и другие.